люди, это генерасил. Ну, так, вроде бы все нормально. Море, девчонки, красивый парень. То пошло не по плану. В этом видео настолько скрыт смысл, что даже самый авторитетный исследователь по делам сыпи на лице со стажем 15 лет не смог бы разгадать. Представьте, пляж, солнце, плюс 40 градусов тепла. Ты молодой, симпатичный парень. Ищешь приключения на всю ночь для удовлетворения своих сексуальных побуждений. Катываешь к девчонке в своем нереально красивом петушином костюме со спасательным кругом в области таза. Выпиваешь один мохито и понимаешь, что все у тебя на вечер сложится. Но черт возьми, что-то идет не так. От тебя в страхе убегают все девчонки. То ли приближающиеся акулы, то ли нечищенных твоих зубов. Хорошо, посмотрим на это с другой стороны. С более укуренной стороны. О, щит. Как так-то? Видимо, в тех странах, где снято это убивающее твой разум видео, люди не боятся все пожирающих акул. В страхе разбегаются при виде гнойного прыща. Посмотрим дальше. Себе! Как так-то? Акула дает клеросил. Видимо, даже она при виде прыща незаметно обоссалась. И больше удивляет всего, что у этой рыбы всегда при себе имеется флакончик с супердействующим зельем, которое называется клеросил. Или, по-моему, это животное просто какой-то клероторговец ультра. Окей, вскоре туса продолжается. И у парниши, видимо, ночью все случилось. А если прыщ снова появится, а клеросила уже в банке не будет, то что делать? Видимо, этот парень снова натолкнется на эту акулу и попросит еще очередной дозы. И я даже знаю, как это все будет выглядеть. Пожалуйста, прошу, последний раз, пожалуйста. У меня уже больше дома нечего выносить. Еще один. Нет. Ну, пожалуйста, последний раз. Нет. Стойте. Самый смысловой момент этого ролика заключается в самом конце.